Два братика тебя дома ждут. Ужу. Да? Ужу. Ты моя доченька. Улыбайся. Варвара. Последние минуты перед выпиской, все волнения позади. Варвара появилась на свет 15 марта, здоровая по всем параметрам. Рождение малышки – знаковое событие не только в семье Марковых. Девочка стала 6-тысячным ребенком, родившимся в перинатальном центре в Щелкове. Роды прошли хорошо, 3800. Врачи очень квалифицированные, все прошло просто замечательно. Я вообще очень удивилась, когда ко мне пришел главный врач поздравлять и сказал, что мы 6-тысячные. Я расплакалась, мне так неожиданно было. Очень приятно. Малышку назвали Варварой в честь бабушки. Она третий ребенок в семье капитана вооруженных сил и педагога. Дома в микрорайоне Богородский сестренку ждут два маленьких брата. С этой минуты глава семьи – многодетный папа. Замминистра здравоохранения Московской области Ирина Солдатова и глава Щелковского района Алексей Валов поздравили семью с пополнением и преподнесли подарок от губернатора. Дорогие родители, мы хотели поздравить, наверное, самым замечательным событие в вашей жизни, несмотря на то, что у вас уже сегодня это третий ребенок, третий в семье член, это девочка, это ваша Варвара, вы уже определились с именем, и мы с большой радостью готовы вам вручить свидетельство о рождении, что есть возможность сразу получить документ свидетельства о рождении именно уже в перинатальном центре, в каждом из родильных домов Московской области, и сразу же получить страховое свидетельство. Это облегчит вам, немножечко сэкономит жизнь, время для того, чтобы побыть дома в семье. Мы вас поздравляем. Спасибо большое. Несколько подарков, необходимых в первый год жизни, многодетной семье вручил Алексей Валов. Всего лишь полтора года прошло с открытия перинатального центра в городе Щелково. Благодаря президентской губернаторской программе мы смогли в Московской области запустить три крупнейших перинатальных центра в стране. И Московская область – это уникальный регион. И, конечно же, на сегодняшний день что мы можем видеть? Что наши центры, они комфортные, они оснащены самым современным лучшим оборудованием. Это мощные учреждения, где работают высококвалифицированные кадры. И с каждым днем сюда приходит все больше и больше пациентов. То есть 6 тысяч детей уже родилось в этих стенах. И сейчас слышатся голоса из разных палат. Это говорит о том, что здесь есть жизнь и что она продолжается. И к нам приходит все больше и больше женщин в наши центры. Екатерина во время беременности находилась под наблюдением специалистов перинатального центра. Здесь прошла курс подготовки к родам. Мамам, испытывающим трудности в выхаживании в центре, окажут высокотехнологичную помощь. Со дня открытия наши медики выходили 80 малышей с экстремально низким весом. В историю вошел уникальный случай по спасению 500-граммового младенца. За эти полтора года мы в нашем центре было пролечено почти 15 тысяч пациентов. Около 100 тысяч посещений проведено в клинико-диагностическом отделении женской консультации. Цифры говорят сами за себя, и, безусловно, это только начало. Мы набираем обороты, выходим уже практически на 100% мощность. В Щелковском центре помогут появиться на свет новорожденным с диабетом, заболеваниями эндокринной системы и другими патологиями. Передовая медицина и опытные кадры – уже не завтрашний день, а реальность.